ателье. Вот эту улицу прорубили, получается, от Мукими, от кольца, к ТП. Посносили дома, частный сектор. По этой улице еще когда-то 8-й трамвай ходил. Май ханым здесь. Но туда мы уже не пойдем. Дальше там по линии было трамвайное кольцо. Пересад можно было пересесть с 8 на 17 трамвай. Thank you.
противотуберкулезный диспансер, он там виднеется. И практически подошли к Жуковской больнице. Кстати, эмблема была Burger King, а называется King Burger. Недавно вообще попадалась кофейня с названием Starbucks. Starbucks даже не знает, что у него есть тут филиал. И, кстати говоря, очень много электрокаров. Chevrolet, Tesla попадались, китайские электрокары. И все они отмечены зеленым номерком. В поле, где регион, цифра региона. Если это поле зелененькое, значит это электрокар. Детское отделение под диспансера. Там вот взрослые. Газпромнефть. 95-й, 10 тысяч сумм. Это если по нынешнему курсу, почти 100 рублей. Вроде бы так. Сейчас непонятно даже, как считать, если честно. Раньше был курс рубля 146 достигал. Когда сюда приехали пару недель назад, курс был вообще по 80. Река Боссу. И он там не отложен. По поводу неотложки немного опознался. Это здание был налоговый колледж. Студенты вышли с учебы, все без зонтиков. Ну, вроде как у них тут общежитие недалеко. Вот она неотложка. Она же Жуковская больница. 14-й квартал Чалназар. Вот так вот я дошел от Чурсу до 14-го квартала, до Жуковской больницы.